Думаю, многие из вас меня и так хорошо знают, но для тех, кто услышал обо мне впервые, представлюсь. Меня зовут Сергей Воробьев. Я действующий журналист и по совместительству пишу статьи на различных сайтах, посвященных онлайн-заработку. Решил сделать серию видео о проектах, на которых люди действительно зарабатывают. Я нашел несколько сервисов, которые действительно работают и выплачивают средства пользователям, но среди всех выделяется проект Dash Plus, который я и покажу вам прямо сейчас. Dash Plus — это онлайн-платформа, созданная на основе уникального скрипта активации Dash. Вы приобретаете дэши в магазине или на других ресурсах, после чего активируете их и получаете российские рубли на свой счет. Скажу сразу, что данную тему я уже протестировал и смог заработать за 4 дня 48 600 рублей, и это при том, что в день это занимает не более получаса. Моя оценка проекту 9 из 10, так как, мне кажется, кое-какие детали можно было бы и упростить, но это я уже придираюсь. В общем, сейчас все подробно покажу. И показывать я буду на новом при вас созданном аккаунте, чтобы показать все, как говорится, от А до Я. Ниже под этим видео я разместил ссылку на проект. Кликаем по ней и попадаем на страницу регистрации. Тут вас сразу ожидает бонус в виде подарочного дэша. Поясню, те, кто зарабатывали в проекте более 30 тысяч рублей, имеют возможность выдавать пригласительные ссылки с бонусными дэшами. Раз у меня есть такая возможность, то я решил с вами поделиться. В общем, регистрация простая. Придумываете логин, это может быть ваше имя или электронная почта, я укажу свою почту. Придумываем пароль, повторяем пароль и нажимаем на кнопку регистрации. Создается личный кабинет. Немножечко ждем. Личный кабинет создан, и первым делом я рекомендую вам активировать бонусный дэш, который вы получили за регистрацию. Нажимаем «Активировать дэш». Вот он, автоматически прописан. Осталось активировать. Жмем на соответствующую кнопку. Важный момент. Не закрывайте текущее окно, иначе дэш бонусный будет утерян, а это живые деньги, поэтому будьте внимательны. Мне при первой регистрации капнуло почти 1000 рублей. Нескольким моим знакомым выпало почти по 2000, поэтому тут как повезет. Посмотрим, что сейчас получится. Как видим, дэш активирован. Смотрим, сколько нам начислено будет. Не густо, 638 рублей. Надеюсь, у вас будет больше. Кстати, пишите в комментах, сколько у кого начислено с бонусного дэша. Как видим, 638 рублей уже на моем балансе в личном кабинете, что, в принципе, неплохо. Халява как-никак. Как я уже говорил, Dash Plus — это онлайн-сервис, платформа, которая позволяет превращать дэши в рубли. Вы можете покупать дэши не только внутри проекта, но и на сторонних ресурсах. Но я пока не тестировал их, поэтому не покупайте их на стороне, тем более с рук. Будьте аккуратны и не попадитесь на мошенников. Переходим в раздел «Вывода средств». Сразу видим, что минимальная сумма вывода составляет 5000 рублей. Ничего страшного, сейчас покажу, как исправить ситуацию в несколько кликов. Выходим из этого раздела и переходим в самый интересный раздел «Магазин». В этом разделе представлены различные дэши по разной цене, также указана сумма, которую они могут принести, и доступное количество. Методом научного тыка и проконсультировавшись с другими пользователями платформы, я вычислил следующее. В большинстве своем купленный дэш приносит больше своего номинала, соотношение примерно 80 на 20%. Самые дешевые дэши работают примерно 50 на 50, то есть купив дэш за 600 рублей, вы можете получить как 300 рублей, так и 2-3 тысячи. Дэши стоимостью более 1000 рублей почти в 100% случаях приносят больше своего номинала. Кстати, такие дэши отмечены специальным знаком, плюсиком. Я стараюсь покупать эти дэши, если они есть в наличии. Иногда в магазине появляются редкие дэши. Стоят они дороже, но они того стоят. Все, кому довелось их купить, пишут, что меньше 10 тысяч они за раз не приносят. Мне такие дэши, увы, не попадались. Для теста я куплю дэш за 1400, нет, за 1200 лучше попробую, тем более он может принести до 8000 рублей. Нажимаю «Купить» и попадаю на страничку оформления заказа. Обратите внимание, что цена чуть-чуть увеличилась, но это не критично. Комиссии платежных систем, и от них никуда не деться. Указываю имя, почту, номер телефона, обычно не обязательное поле, но я заполню. Теперь нажимаем «Оплатить». Ввожу данные карты, номер, имя как на карте, срок действия и код с обратной стороны. Эти данные я, разумеется, замажу. Ввожу смс-код для подтверждения платежа и жму на подтверждение оплаты. Платеж обрабатывается. Вот наш оплаченный Dash. Копировать не нужно, просто нажимаем «Активировать Dash». Происходит уже знакомая нам операция. В данный момент Dash как бы распаковывается. Сейчас я немного ускорю видео, чтобы вы долго не ждали. Началось начисление. Отлично, начислили 4822 рубля. Согласитесь, недурно так. На балансе 5460 рублей. Эту сумму я уже могу вывести, но хочу купить еще один Dash для того, чтобы продолжить эксперимент. Перехожу уже в знакомый раздел. Давайте я куплю самый дешевый из доступных Дэшей. Он может принести до 4000 рублей, но обычно они приносят меньше. Нажимаю на «Купить». Данные мои уже заполнены. Перехожу далее. Заполняю данные карты. Оплачиваю. Ввожу код из полученной смс-ки и подтверждаю. И вот он, наш Dash. Активируем. Ждем активации. Хотелось бы побольше номинал получить. Начисление пошло. $437. Бывает и такое. Но нужно пробовать разные дэши брать. Иногда и дешевый может выстрелить как надо, но обычно они хуже результаты показывают, но это я уже говорил. Кстати, чуть не забыл, лучше больше 5 дэшей в сутки не покупать. Лично у меня 6-й и последующие дэши только в минус шли. Видимо, это специально сделано, чтобы с особо жадных спесь поубавить. Повторю, 3-4 дэша в сутки больше не покупайте. Проверено на себе. Теперь давайте я покажу, как тут вывод осуществляется. Переходим в раздел «Вывода средств». Выбираем, куда выводим – банковская карта или электронные деньги. Вводите реквизиты, и система сама определяет нужное направление. Я буду выводить на свою карту. Ввожу номер карты. Так, последние цифры карты 3559. Вывожу на карту Сбера. Вот эта карта, 3559. На данный момент на ней 418 тысяч. Заказываю вывод. Ожидаем. Обычно вывод практически моментально проходит. Вывод 5897 рублей успешно завершен. Дальше мы можем перейти обратно в магазин и еще купить дэши. Вот и смс-ка пришла, что средства поступили. Сейчас перейдем и убедимся в этом вместе. Давайте открою детали счета и посмотрим, что там получилось. Как видите, это мой аккаунт, моя карта и, слава богу, мои деньги. На балансе 423 908 рублей 95 копеек. Открою калькулятор и посчитаю. Сейчас на счету 423 908 рублей. Минус вот мне поступила сумма Dash Plus 5897 рублей. Получилось 418 011 рублей. Все верно? Верно. Кстати, а вот и вчерашняя выплата от Dash Plus почти 11 тысяч рублей. В заключение хотелось попросить вас присылать мне проекты, которые вам кажутся рабочими, а я постараюсь сделать на них новые обзоры.